Привет, друзья! С вами я, Маша. У нас каждый обзор особенный, но сегодня просто особенный-преособенный обзор-сюрприз. Вы, конечно же, все знаете об уникальной игрушке Hatchimals от Spin Master, которая стала лучшей инновационной игрушкой 2016 года. Так вот, к сезону 2017 года компания Spin Master анонсировала новинку Hatchimals Surprise, о которой было известно только то, что это тоже большое яйцо, но неизвестно, кто скрывается внутри. Весь мир ждал Хэтчи Бёзды, чтобы раскрыть эту тайну. И сегодня мы уже знаем, что в этом большом яйце не один сюрприз, а целых два. Да, здесь двойняшки. Это совсем другие зверюшки, вылупление которых, воспитание и игры с ними отличаются от первого Hatchimals. Существует два вида яйца Hatchimals Surprise. Одно яйцо с жирафиками и одно яйцо с котятами. В каждом из них могут быть двойняшки одного из двух цветов, вкрапления которых вы увидите на скорлупе. Уверена, вам тоже уже не терпится узнать, как это все происходит. И мне. Поэтому давайте вылуплять. Наклоните, постучите или дотроньтесь до яйца, чтобы пообщаться с двойняшками. Они общаются с вами при помощи цвета глаз и звуков. Каждый цвет глаз символизирует определенную потребность или эмоцию двойняшек. Если видите розовый цвет глаз, прислушайтесь к сердцебиению. Зеленый цвет глаз означает, что кто-то из малышей-двойняшек заболел, и нужно потереть нижнюю часть яйца или наклонить его, чтобы малыш чихнул. Если глаза не светятся вовсе, это значит, что двойняшки вас слушают. Постучите по яйцу, и они вам ответят. Значение остальных цветов вы можете найти в инструкции. Если вы хотите растянуть процесс вылупления двойняшек на дольше, вы можете выключить игрушку. Для этого нужно перевернуть яйцо вверх ногами и подержать его в таком положении 8 секунд. Тогда малыши-двойняшки уснут. Чтобы продолжить вылупление, нужно подержать яйцо за нижнюю часть. Если глаза замигали радужным и вы услышали забавную мелодию, это означает, что двойняшки готовы появиться на свет. Нужно держать яйцо за нижнюю часть и ждать, пока малыши пробьют верхнюю часть скорлупы. Когда они споют веселую песенку Хэтчи Бёзды, можно их доставать. Сначала одного малыша, затем второго. Кто у нас тут?
А это маленькие милые жирафики. Посмотрите, какие они забавные. Действительно двойняшки, ведь они так похожи. Могут взаимодействовать друг с другом, в этом их фишка. Также ими можно играть по отдельности. Проходят 3 стадии взросления, и у каждого свой характер, они абсолютно разные. Об этом я расскажу в следующем обзоре. Не пропустите! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч! Пока!